Добрый день, рассмотрим лот юбки. Лето, Швейцария. Так, такая. Томми Хилфигер. Размер у нее не вижу. Но 97% коттон, 8 размер. Дальше джинсовая. Плотная, размер S. Цветочек. Это пломбир 26 размера. Вот такая с надписями, джинсовая, 42 размера. Подробности о товаре можно прочитать под видео. А мы рассмотрим товар. Это размер M. Такая тяница трикотажная. Следующая юбка. Сбоку у нее замочек. Внизу такие кружева пришиты. Кружево. Посмотрим на размер. Третий, как я понимаю. Идем дальше. Раскрешенная. Юбка подлиннее, наверное, до колен. УВ 42 размер на замочке спрятанном. Идем дальше. Такая юбка на пуговице 34 размера. Получается, одна чуть-чуть вот расклешенная. Очень интересно. Необычно. Следующая тоже подлиннее на талии, на резинке. Это Zara Woman размер XS. Хочу посмотреть на состав. А состав 100% коттон. Вот такая красивая 100% коттон. Идемте дальше. Дальше юбка прямого кроя. А размер у нее 38. Марка Пола. На замочке сбоку. Все юбки хорошего качества. На резинке сверху 38 размер, такая как вискоза. Следующая юбка с запахом на бок. Это Burberry, размер USA 12. Такая прямая, чуть-чуть зауженная может. Это Zara USA 2. Европейский. Американский. Следующее. H&M 42 размера. Он идет с пояском. Она идет. Дальше вот такая. Размер 38. Юбка джинсовая. На пуговицах 38 размера. На замочке сбоку 14 размер. Легкая, шифровая, с подкладкой XXL. Следующая юбка на замочке сбоку. Так, размер у нее US 10, 97% коттон. Юбка на резинке 34 размера, европейский. Прямая юбка Dolce & Gabbana. Разрез сзади, размер 38. Дальше красная юбка, прямая. Размер у нее 48 и на замочке сбоку. Юбка прямая по фигуре, замочек. Это H&M 36 размер. Следующая. Замочек по всей. Следующая. USA 8 42. Юбка 34 размера. Такая солнышко. И цвет их
модель. 34 размер. Идем дальше. Такая легкая юбка, на замочке сбоку. Имеет несколько подкладов. Это 100% силк, made in Italy. Размер не вижу, но средний. Следующая юбка 34 размера, сбоку она на замке, тоже солнышко. У нее вот несколько слоев, она пышная. Следующая юбка прямого кроя с молнией сзади. Это H&M 36 размер. Следующая юбка на резинке сверху, тоже такая расклешенная, это S-ка. Следующая, несколько у нее слоев. Она еще и так слоеная. Замочек сбоку. Пытаюсь найти я размер, но его не могу найти, к сожалению. Поэтому идем дальше. Джинсовая юбка прямая, 38 размера. Такая капюшоновая. На резинке размер S. Подробные товары можете прочитать под видео. На замочке. Размер это Zara S. Расклешенная такая, свободная. Следующая юбка 42 размера. На замочке тоже несколько слоев. Легкая, свободная. Следующая юбка 40-го, она идет со своим ремешком и тоже имеет несколько слоев подклада. Дальше юбка Бенетон, размер М. Такая, тоже несколько слоев, очень крутая. Следующая джинсовая юбка, размер S. Такая юбка, это размер Маркай, 4 размер. Очень интересно, из чего она состоит. Такая. Следующая юбка, джинсовая, размер 4. Заклепками юбка. Это вешка 38 размер. Дальше. Легенд Максмора 44 размер и 62% катона. Так. 34 размер, расклешенно. Следующая это Зенис. Такая легкая воздушная юбка. Прямого кроя, подлиннее. Томми Хилфигер 6 размера. Такая юбка с полосками по бокам. Это М-ка, H&M на замке сзади. Юбка на замочке тоже сзади. Длинная юбка, наверное, даже для дома будет. Made in Italia, размер, к сожалению, не вижу. Ну, S-ка, M-ка вот так. Следующая юбка, размер... Тоже не вижу. 27-й увидела. 27-го. Следующая вот такая. Тоже на таких пуговичках 36-го размера. Необычная. С такими разрезами. Тоже где-то S. Маленький размер. Следующая розовая яркая. Это L-ка. Спортивная юбка.
прямая, классическая, с ремнем. Сейчас мы увидим размер. Размер у нее 34, 34. И на 97% она состоит из картона. Вот такая юбка на замочке. Элька. Длинная юбка, чуть ли не в пол. Наверное, XXL размер. Следующая тоже длинная юбка. Размер у нее. Сейчас найдем. Это S-ка. S-ка. Даже вот разрез такой у нее сзади будет. Джинсовая юбка черного цвета. Киаби 38 размер. Decision. Элька. Большая резинка вверху. Следующая юбка. Она на резинке тоже. Размер XS. Прямая. Размер у нее 36. Такая. Тоже со своим ремешком. Сейчас скажу размер. 100% катон, а вот размер, к сожалению, не нашла. Поэтому пойдем дальше, не будем зацикливаться на одной. Следующая юбка сзади на замке. Вот замочек. Сейчас мы найдем подробнее информацию об этой юбке. Это размер L. L-ка. Идем дальше. Следующая цветная юбка на замке сзади. Имеет такую видно. Это H&M 42 размера. Следующая юбка 34 размера. Прямая, джинсовая, 28 размера. Тут вырезы, кармашки. Прямая юбка. Спрятанная молния спереди. Размер, к сожалению, не нашла. Следующая юбка сбоку, молния, размер 38. Такая легкая, шифоновая. Следующая джинсовая юбка, замок декоративный. А вот для размера, для удобства. Размер это S. Так, следующая у нас размер 34, молния сбоку. Несколько слоев, легкая. Белая юбка. Размер 34. Дальше смотрим. Это Zara, размер XS на замочке. Юбка, размер L, джинсовая. Потом. Дальше такая, она даже идет с этикеткой еще. Размер 34, прямая, с вырезом сзади. Такая на резинке. Сзади. Хочу найти размер, но вот видите, удлиненная к низу, очень необычная. Made in Italia, размер M, 98% катон. Следующая юбка, размер 36, легкая, несколько слоев. Так. Это размер L Киаби, она с этикеткой. На замочке сбоку. Made in Italia. Написан размер. Где-то
это 42-44. Следующая это Zara Эска. Несколько слоев. Легкая. Воздушная. Это с разъюбка, имеет размер 40. Вот такого плана она сделана. Слева сбоку молния. Джинсовая юбка 40 размера. Идемте дальше. На резинке. Джинсовая. 34 размера. Такая юбка. У нее размер XL. OFS. Следующая. Тоже воздушная. Размер LXL. Длинная. С ремешком. Тридцать шестого размера, несколько слоев на резинке сверху, в линию, очень мягкая, это H&M, размер не вижу, ну где-то S-ка, я думаю, 42-44. Следующая юбка, она необычная, длинный верх прозрачный и юбка короткая, вот, на замке. Такая юбка, Tommy Hilfiger, 8 размер, 38 размер, замочек сзади. Так, следующая юбка, это манго, размер S. Так, следующая, это Zara Woman, 40. Со стразиками сзади на кармашках. 40 размер, 37% катон. Юбка коротенькая, имеет несколько у нее слоев. Подкладку 28 размер. Еще одна тоже несколько слоев. Первая это вот такая красивая сетка с вышивкой. Это H&M, 38 размер. Пуговички. Молния. Размер, это H&M 38 размера. Юбка имеет целую этикетку, 38 размер. Следующая легкая шифоновая юбка, размер 38. Она тоже имеет накидку, такую легкую сеточку сверху и под низом более плотно. Так, юбка с карманами, размер 36. Такая есть, это Adidas, спортивная юбка, девочку 12 лет, она идет шортиками снизу. Юбка, первый слой тоже красивая, кружево, размер 36 и H&M. Такая, на резинке сзади, длинная, такая резинка плотная, большая. Не могу найти размер. Это XS. Да, XS, 100% катон. Вот такой. Идемте дальше. Джинсовая юбка. Размер 36. Легкая воздушная на резинке. Несколько слоев. Следующая юбка длинная. Медиум. Не вижу размер. Тоже имеет подкладку. Возможно, да, нашла размер М-ка. Идемте дальше. 36 размер. Тоже сверху легкая воздушная сетка. Кстати, под низом ничего нету. Такая совсем легкая, но длинная. Длинная. Следующая спортивная юбка, потому что под низом шорты. Сзади она идет на резинке, и это 46 размер.
юбка с своим ремнем. Она такая солнышко выполнена. Размер я не вижу. ХБ. Такая беленькая, 38 размера. ХБ. Длинная юбка с вырезом. XS. Юбка на резинке сверху, 38 размера, очень красивые расцветки. Следующая юбка беленькая, размер у нее М-ка, она тоже будет иметь несколько слоев, первый более прозрачный, второй плотный. Такая юбка тоже, несколько слоев, слоеные юбки. Размер что-то не могу найти, это L-ка, талия побольше. Так, следующая юбка 38 размера, плотная, прямого кроя, длинная юбка, размер 42-44, на замочке и с вырезом. И последняя юбка в этом лоте, это 36 размер, несколько слоев, воздушная, и сзади она на замочке. Спасибо за просмотр, хорошего дня!